16 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил главу нашего государства, дружественный и братский азербайджанский народ, со священным праздником Гурбан. Выразив признательность за внимание и поздравления, президент Азербайджана в свою очередь передал дружественному и братскому пакистанскому народу поздравления по случаю праздника и пожелания мира и спокойствия. В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обсудили перспективы развития связей в различных сферах и пришли к договоренности поднять двусторонние отношения на еще более высокий уровень. Премьер-министр Пакистана поздравил главу нашего государства по случаю проведения COP29 в нашей стране и пригласил президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан. Президент Азербайджана с удовлетворением принял приглашение.